Сотрудничество между Санкт-Петербургом и Якутией перейдет на реальную плоскость. Сегодня стороны подписали соглашение, конкретизирующее дальнейшую совместную работу. Помимо культурных и научных направлений, петербуржцы намерены сотрудничать и в области судостроения, энергетики, бизнеса и фармацевтики. На совещании гости презентовали центр импортозамещения. Он работает уже с 20 регионами России. Здесь на одной интерактивной площадке собраны лучшие товаропроизводители страны. Санкт-Петербург прежде всего заинтересован рыбопереработкой, намерен сотрудничать в области туризма, санаторно-курортного лечения. В том числе гости выразили особый интерес к якутским грязелечебницам. По многим вопросам в тройном размере из якутского. По взаимной поддержке малого предпринимательства и создания синергии здесь у нас есть все реальные возможности. Поэтому мы и договорились максимально сконкретизировать данные процессы. Для меня очень импонирует, что два направления будут захвачены. Это посещение обязательно и работа с инвестициями в развитие нашей Жатайской судоверфи и Якутскэнерго. Энергетические сети – это для Санкт-Петербурга очень развитое направление, энергетика. Мы без них не работаем. Более того, многие элеваторы, многие функционируют эти вот большие такие крутящиеся моменты того, что функционирует Санкт-Петербург. Они стоят в наших гидроэлектростанциях, которые в Республике Саха-Якутия 2. И энергетики, и наши речники обязательно в эти дни найдут общие пути для того, чтобы это сотрудничество было осязаемым, ощутимым, потому что эти связи у них на самом деле уже существуют, найдут новый импульс развития.